Короче говоря, всем привет. Что мы сегодня раскрываем? Сиба, расскажи. Сегодня мы раскрываем игрушку Race for the Galaxy. Может быть, не самую свежую, но очень популярную и имеющую хороший рейтинг. Раскрываем ее вчетвером. Братец Ву, Лера тоже тут с нами. Привет. Я по прошлой трансляции можно было узнать. Она так и не показала там грудь, ну ладно. Сиба. Мы не теряем надежды, что она так справится. Сиба и Шура, которого можете знать, потому что мы с ним играли вместе в Диабло. Привет. Да. Было дело. Он у нас главный критик этой игры. Он ее не знает, но он все равно будет критиковать. Сейчас мы делаем анпакинг. В общем, распаковываем. С другой стороны где-то там. Еще более с другой стороны. Где-то... А, тут все заготовлено уже. Открываем. Ты пока расскажи, Сиба, про что игра. Игра про конкурирующие галактические державы, по всей видимости, империи, не знаю, как это назвать, и битву за освоение космоса. Она в основном карточная. Вот здесь видно на другой стороне, как выглядит сама игра. Здесь разложены карты разных игроков, а по центру колоды и фишечки. Сейчас мы только покажем распечатку, а потом уже поиграем и расскажем подробнее, что к чему. Так, открываем. Никто из нас, собственно, того, что внутри, не видел. И с игрой мы знакомы только по правилам. Запах новой игры. А кто-то из правил, наверное. Да. Играет 2-4 человека, протяженность 30-60 минут, возраст 12+. Сын 12 есть уже? Нет. Так, малыши, выйдите из зала. Для вас кончилась эта ваша часть. Так, что тут у нас имеется в коробочке? В коробочке у нас имеется правила, насколько я понимаю. Которые никто читать не будет. Да, правила сюда кладем. Дальше карточка Шпильбокс. Реклама. Реклама, да. С ней можно чего-то заказать еще из сайта, со сайта, не буду говорить какого, они не заплатили нам. Выкинем карточку подальше. Трехмесячные переговоры не увенчались успехом. И бумага неудобная. Да, это вот... Жесткая и гладкая. Да, точно, не сходите никуда. Только на рожи поет. Rio Grande Games — это та компания, которая выпустила игрушку, здесь ее логотип. И тут показаны другие ее игры также. Какие-то у них есть. Хенланд какие-то. Каркасон. Каркасон, кстати, что-то такое видел. Каркасон очень известная игра, нам ее, кстати, должны скоро принести. А, ну здорово. Копа ее уже вторую неделю несет. Вот, наш урок погляди. Может там что-нибудь надежно кому и буквы какие-то. Так, это вот фишки и токены всякие. Ой, еще не вырезанные. Давай, это как лопать пузырьки. И мы доходим уже непосредственно до самих игровых штучек. Карточки. Распечатываем их, потом расскажем, чего они значат. Хотя это, я так понимаю, просто показано, как длится ход, чтобы людям было понятно. Собственно, сама вся игра подсказка, состоит... Подсказка, да, 4 подсказка. Набора правил. Вот так они выглядят с одной стороны, так выглядят с другой стороны. Игрушка эта есть, кстати, и на русском языке, но вроде как говорят, что перевод не очень хороший, да? Слышал такое себе? Ну да, говорят. У меня на самом деле возможности выбора не было. Ну, я не уверен, что взял бы русскую игру, в общем. Так, вот здесь карточки с планетами. И карточки, я так понимаю, действий. Мы потом про них расскажем поподробней. Дальше. Еще не все. Еще не все, да. Или все. Все. Нет, это все. Вот я не люблю такие наколки, когда кажется, что... Там что-то еще секретное должно быть, скрываться, еще куча всего. Не, ну тут, вероятно, это рассчитано под дополнение. Потому что в этой игре есть множество дополнений уже. И, собственно, базовая коробка рассчитана, чтобы держать в себе сразу все эти дополнения. Ну, в общем, игра экономическая, да? По большому счету, да. Здесь есть еще должно быть 4 хенда готовых уже, которые не надо смешивать. Судя по всему, это здесь. Думаешь, это оно? Как они, интересно, разделяются? А, вот здесь сверху. 5 карточек планет, про которые говорилось там, и 109 карточек, а вот нет, это не 5 карточек планет, они просто, да, здесь разделены. Потом разберемся, что к чему. В обзорах на эту игру говорится, что на карточках очень грамотное пояснение в виде пиктограмм даны по действию этих карт, и можно играть практически не зная языка. Будем надеяться, что так и есть. Что в нашей ситуации, в принципе, актуально. Вот, ну, в общем, перейдем к обсуждению правил игровой механики и к